нужно работать. У меня осталось хорошее наследство. Когда я решу выйти замуж, если я найду, конечно, подходящего человека, я не ищу принца в доспехах. Мне не нужен красавец. Зачем? Внешний вид — это еще не все. У мужчины красота — это понятие относительное, так ведь? Главное, чтобы он был добрый, воспитанный, и чтобы у него была красивая улыбка. Ha 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 ha.